знаете, что класс 600-кубовых четырехцилиндровых спортбайков уже практически вымер. На их смену пришли двухцилиндровые псевдоспортбайки. Однако китайские производители быстро поняли, что если они будут выпускать четырехцилиндровые спортивные мотоциклы по адекватной цене, как, например, недавняя 400-кубовая новинка Kobi 400RR, кто не смотрел, ссылка в описании, то у них просто не будет конкурентов. Так компания QG Motor, дочерним брендом которой является Benelli, а сама она принадлежит китайской компании Quanzhang, всего лишь 2 года назад выпустила свой первый четырехцилиндровый спортбайк SRK 600RR, сочетающий в себе основы Nekida Benelli TNT600. Однако уже в прошлом году QG Motor серьезно его обновила. Так давайте же узнаем, что представляет из себя доступная новинка. Новый SRK 600RR получил изменения как в дизайне, так и в технологиях, отражая головокружительные темпы развития бренда QG Motor, который в настоящее время насчитывает уже более 15 моделей мотоциклов. Визуальное обновление 600RR включает в себя полностью новый кузов с переработанным дизайном передней части боковых панелей и хвостовой части, а также новым топливным баком. Передние фары теперь больше напоминают стиль Ducati, хотя общие формы напоминают также и BMW S1000RR. А добавление карбоновых крылышек по бокам обтекателя отражает гоночные намерения мотоцикла. По словам QG Motor, винглеты аэродинамически эффективны. Они добавляют 5-6 кг прижимной силы на скорости от 150 км в час, тем самым повышая устойчивость. Хвост стал более острым и на 50 мм выше, чем раньше, а сиденье водителя на 10 мм ниже. Высота по седлу составляет весьма приемлемые 790 мм. В общем, новый кузов уменьшил вес мотоцикла на 2 килограмма, хотя при снаряженном весе в 213 килограмм спортбайк все же тяжелее, чем можно было ожидать. Под пластиком, как я уже упоминал выше, основа от Benelli TNT600, включая и рядную 16-клапанную четверку жидкостного охлаждения, которая в отличие от шасси была немного модернизирована. Благодаря 5% снижению внутреннего трения, а также переработанной выхлопной системе, мощность силовой установки возросла с 81 до 87 лошадиных сил на довольно низких 11500 оборотов в минуту. А крутящий момент увеличился с 52 ньютон-метров до 56 на 10500. Это может быть не так уж и много, особенно по сравнению с высокофорсированными 600-кубовыми четверками, которые пережили эпоху японского господства в классе. Но это все равно делает 600RR одним из самых высокопроизводительных мотоциклов, сделанных в Китае. Подвеска SRK 600RR, как уже стало привычным для китайских мотоциклов, состоит из компонентов Kayaba. Это передняя перевернутая регулируемая вилка спереди и моноамортизатор сзади. За торможение отвечает внушительная система Brembo, состоящая из двух 320-мм дисков, четырехпоршневыми радиальными суппортами спереди и одного 260-мм диска с двухпоршневым суппортом сзади. Легкосплавные 17-дюймовые колеса стандартные для класса,
120/70 спереди и 180/55 сзади. Мотоцикл имеет неплохое стандартное оборудование, включающее двухканальную ABS от Bosch, проскальзывающее сцепление, однонаправленный квикшифтер, трекшн-контроль, режимы езды, полностью светодиодное освещение и цветной 5-дюймовый TFT-дисплей. Как вы заметили, я не озвучил разгонные характеристики спортбайка, к сожалению, их нет даже на официальном сайте, хотя они явно будут похуже, чем у тех же японцев. Однако, я думаю, это не столь важно, когда узнаешь цену SRK 600 RR, которая в Китае составляет около $7000. Так что у китайца есть все шансы стать хитом не только на азиатском рынке, но и по всему миру. Также уже стало известно, что SRK 600 RR с небольшим увеличением объема ляжет в основу новой модели спортбайка Benelli, которая получит название Tornado 650R.